Более 200 кубанских школьников участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады по биологии. Были среди них и 8 славянцев, которые увлекаются этим замечательным предметом. 21 век считается веком биологии, которая стала наукой о жизни во всех ее проявлениях. Значение современной биологии трудно переоценить. Биологические открытия генетического кода, переноса генов, биосинтеза белков и стволовых клеток могут изменить и уже меняют к лучшему медицину, сельское хозяйство и промышленность. Это прекрасно понимают учащиеся, в том числе и школ Славянского района, для которых биология в центре их внимания. Увлекаюсь я олимпиадами по биологии не только потому, что мне интересен этот предмет, а еще потому, что олимпиадная работа требует от ученика творческих способностей, а также проявления логики. Я участвовал не только в олимпиадах по биологии, но еще и по русскому и по химии. Естественно, чтобы успешно написать олимпиадную работу, надо долгие годы к этому готовиться. Я решаю в интернете на сайтах различные упражнения. Увлечение биологией не только помогает узнать много нового, но и прокладывает дорогу в будущее, помогая выбрать профессию. До этого я также участвовала, с 5 класса начинаю. И до этого я не достигала настолько высоких результатов, как в этом году. Я всегда была призером именно муниципального этапа. Мне нравится биология тем, что я смогу помочь многим людям и открыть то, что еще не открыто. Например, недавно же был открыт геном, но ведь можно пойти еще дальше. Подготовка и участие в олимпиаде – это прекрасная возможность для интеллектуального роста и творческого развития. И лучшие учащиеся Славянского района стараются использовать открывающиеся возможности. Победители и призеры будут проходить региональный этап в своих муниципалитетах. То есть по всем предметам, по которым наши ребята набрали в рейтинговой таблице наивысшие баллы, они никуда не уезжают в Краснодар. В этом году это проводится только для краснодарских, соответственно, для наших ребят проводится в городе Славянске на Кубани. Олимпиады проходят каждый день практически, кроме воскресенья. Сегодня биология, вчера была физика, до этого мы проводили олимпиады по русскому языку, по литературе. Олимпиады пройдут до середины февраля, и практически все предметы нашими ребятами будут охвачены. Все организовано в строгом соответствии с правилами проведения олимпиады. Созданы отличные условия для работы и, конечно, соблюдается информационная безопасность. Формат проведения олимпиады – это очень серьезное мероприятие, соответственно, все запланировано так, чтобы было безупречно организовано, то есть ведется видеонаблюдение, работы мы получаем по каналам закрытой связи, распечатываем непосредственно перед олимпиадой, и дети их получают за 5 минут до начала олимпиады. После проведения олимпиады все задания сканируются и отправляются для проверки в предметные комиссии. Пункт проведения состязаний, открытый в настоящее время в первом лицее, обустроен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Словом, сделано все, чтобы ребята проявили свои знания и навыки. Самые сильные участники представят Кубань на заключительном российском этапе олимпиады. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».